и нападения. Соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых, опробованная в реальной деятельности. Этой дисциплине силы специальных операций и 103-й воздушной десантной бригаде придается особое значение. Вашему вниманию представляется показательное выступление воинов-десантников 350-го оперативно-десантного батальона, призванных в мае этого года и прослужили чуть более 2 месяцев. Прослужив в соединении такой небольшой срок, все военнослужащие батальона совершили парашютный прыжок. А по результатам контрольно-проверочных занятий по технической подготовке получили оценку «хорошо». Еще древние утверждали в почте, военнослужащие постоянно совершенствуют свои умения и навыки, оттачивая свои действия до автоматизма. Это трудно, но только так можно стать настоящим десантником. Десантники ими не рождаются и не становятся в одно мгновение, когда впервые прикрепляют десантные эмблемы. Сила, быстрота, отвага, натиск, которые так нужны десантникам и внутренней земле, приходят только после тяжелой работы над собой. У гвардейцев не на словах, а на деле на соленом пруте полигонов замешано понимание мужской дружбы, воинского братства. Воины-десантники не раз доказывали, что им можно поручить самое трудное дело, и они не подведут. Гвардейцы-десантники – это благородные, честные, мужественные, сильные духом, крепкие тела мужчины. Именно в таких мужчинах многие девушки и женщины видят свою надежду и опору. Гвардейцы демонстрируют вам приемы рукопашного боя с оружием, без оружия и штык-ножом. Владение данными приемами позволит выполнить задачу в любых условиях обстановки. Проверка взвода парашютно-десантной роты операции вооруженных сил – это достойные преемники воздушных разведки объекта противника и определение его координат, составление передачи разведывательного донесения, устройство засады, передвижение отделения группы в тылу противника на большие расстояния, скрытное преодоление открытых участков местности. Военнослужащие для успешного выполнения поставленных задач. На портале городвитебск.бай.